Сегодня во всем мире отмечают День семьи, любви и верности. Образцовые дагестанские семьи наградили медалями за любовь и верность. Эти пары прожили в браке более 25 лет и воспитали детей достойными членами общества. Поздравили их в Управлении социальной защиты населения Махачкалы. Только взаимная любовь супругов может сберечь от напастей внуков и детей. Только истинные семейные ценности мы храним и передаем из поколения в поколение. У Арсена и Зои Сарапиловых четверо детей и семеро внуков. Ожидают восьмого. В браке они уже 43 года. Глава семьи – стоматолог, заслуженный врач Республики Дагестан. В этой сфере он работает уже более 40 лет. Зоя Сарапилова – ветеран труда. Их пара – это образец крепости, семейных ценностей. А на вопрос, что самое главное в семье, они отвечают – любовь. Терпение, взаимоуважение, любовь. Главное – любовь. Да. Семья – это самое главное в жизни, я считаю, человека. Поэтому мы ценим семью.